В женском футбольном клубе «Звезда 2005» смена главного тренера. Руководство команды решило заменить Звонка Радича на Наталью Зинченко. Она, напомним, уже возглавляла наш коллектив в 2010 году, а ранее выступала за «Звездочек» в качестве игрока. Цели и задачи перед пермским клубом остаются прежние – занять призовое место в чемпионате страны. Первый матч после смены главного тренера «Звезда» проведет 6 ноября в рамках 20-го тура на выезде с командой «Зорки» из Красногорска. Под сводами универсального дворца спорта «Молот» в эти дни проходит детский хоккейный турнир. За награды состязаний борются команды, составленные из игроков не старше 2001 года рождения. К нам приехал Волжск и Тюмень. Также у нас 2001 год «Молот» и сборная Пермского края. Это 2001 год, 2002 и Соликамск есть ребята. Мы называемся Пермским краем и, соответственно, брали ребят тоже из Пермского края, чтобы посмотреть, дать шанс, чтобы развивать хоккей тоже в Пермском крае. Сборная Пермского края звучит громко, однако на деле эта команда, конечно же, не фаворит турнира. К примеру, «Молоту» 2001 прикамцы уступили 2-12. Но это не показатель, считает наставник Павел Смирнов. С иногородними хоккеистами коллектив обязательно поборется. Ну, во-первых, ребята уже не первый год занимаются. В принципе, знают какие-то каноны хоккея, как бы начальная подготовка была пройдена. Тренера все работают и, в принципе, да, тяжело, но стараемся разговаривать, показывать, рисовать на макете. Как бы ребята молодцы, стараются и понимают. На деле так и вышло. Команда собралась и дала бой тюменскому «Рубину». В итоге юные прикамские хоккеисты выиграли 4-2. Обращаем внимание, что оставшиеся матчи турнира состоятся в ледовом комплексе в Протасах. В пятницу, 4 ноября, в 10:45 начнется встреча за третье место, а в час дня стартует финальный поединок. Олег Романов, телевизионная служба новостей.